дорогие любители нашего канала. Ну как вам моя причесочка? У нас же на улице там красота. Да, видео называется «Цены на рынке, что мы купили». Но вы посмотрите, в какую погоду мы ходили на рынок. Не знаю, вас тут видно или нет. То есть здесь ливень. Пойдем, сыночка. Мы попали под ливень. Сейчас я вам немножко историю расскажу. Как мы шли. Видите, у меня супер причесочка. Я все боялась за ребенка, чтобы не простыл. Он хоть и на своей колеснице, но вы знаете, этот там небольшой есть, как типа зонт, да? Закрывает детей. Но оно ж не полностью, ножки у него промокли. Я же вам говорила, Ужица — это же горный город. И поэтому нам надо вверх-вниз. И вот как раз ливень начался на полпути, так сказать. Где у нас такой район, что нигде не спрятаться. Как бы частные дома. Нигде козырьков нет. Мы сначала добежали, а надо подниматься еще вверх. Притом не так вот чуть-чуть, а вот так прилично вверх. Километр где-то топаешь. Дотопали мы, ну, может, чуть поменьше километра. Ливень начался, мы под какое-то дерево спрятались, минут 10 стояли, все равно ливень не прекращается, и мы опять побежали до остановки. Есть там одна остановка, а ливень еще сильнее, ну еще жуть какая-то. Ну и короче, вот такие вот красивые. Мы с Арсением пришли, Арсения быстро переодела, так что видите, красота неземная. Вот была жара-жара, и вот тут началось. Ну ладно, это отступление, но я вам просто сказала, что вот в Сербии тоже не рай. Некоторые районы, вот какой наш, вообще не устроен, так сказать, под дождик. Если дождик, сиди дома. Нигде не пройдешь, нигде не спрячешься или на машине едь. Сейчас я вам покажу продукты, которые мы купили на рынке. Я потратила 800 динар. Сейчас примерно динар к рублю, почти один к одному. Ну, может, 850 рублей выйдет. Вы мне потом в комментариях обязательно напишите, если вы пойдете на рынок в вашем городе, вы столько же потратите или больше. Все, пойдемте смотреть мой улов сегодняшний. Так, давайте, смотрите, красота, бананов купила. Я стала сейчас на рынке брать. Там по 130, по 140, даже по 100 можно найти. Эти по 140 за килограмм, тут чуть-чуть больше килограмма. Потому что в магазинах они по 170. Думаю, зачем переплачивать. Так что бананчики хорошие купила. Купила Арсюше боровницу. Ну, не Арсюше, больше мне. Боровница это, господи, дай бог памяти, как говорится, по-русски. Господи, смородина. По-моему, да, это. Да-да-да, это, видите, черная смородина. Она стоит 400 динар килограмм, у меня полкило. Ну, посмотрите, полкило достаточно, мне даже килограмм не нужно было. То есть 400 динар, практически как 400 рублей, там, может, 390 поменьше. Вот такая вот прелесть. Так, кассии взяла, это абрикосики. Хотела персики, но не твердые, а эти прям взяла, вот, чтобы мягкие, чтобы сейчас прям поесть. Вон один даже раздавился. Сейчас мы его съедим. Сладенькие, вкусненькие. Такие стоят 140. 140 динар килограммчик. Ну-ка, вот так вот, резкость. Хорошенькие. Вот, чем больше вот этой всякой гадости, тем лучше. Вы же знаете. Все, уже чуть-чуть. Вот, сегодня съедим, наверное. Так, смотрите, какие купила огурчики. В Сербии в основном на базаре я видела, продают, знаете, вот такие вот большие огурцы, они как кормовые, что ли. И они стоят по 60, сейчас по 70, а эти стоят 150 динар за килограмм. Не знаю, может, потому что они маленькие. Таких очень, лично у нас на пьяце, вот таких малявочек очень-очень сложно найти. А вы знаете, в России это вот вкусные именно вот такие. Вот такие спупырчатые. Мне вот так захотелось, я попросила, говорю, на 100 динар мне прям, девушка, сделайте. Вот скажите, в России вот такие маленькие также стоят. Так, ну, естественно, зачем вообще пошла-то? Пошла-то зачем? За парадайзом 80 динар килограмм. Представьте, хорошенькие, ой, мягенькие-то какие. Салатик делаю. Также она мне говорит, на 100 динар тебе сделала. Говорю, давайте, давайте.
Ох, тоже видите. Пока тут доехали. Ну ничего, сейчас все в салат уйдет. Это я уже разбила, потому что она мне хорошие давала. Так, и последнее. Ну, не последнее, а очень важное. Это... Тихо. Ох ты, у меня Арсюша хочет тоже снимать. Арсюшенька. Арсюшенька, да и мама доснимает. А это вишня. Черешня уже прошла в Сербии, но посмотрите, какая вишня. И она не такая кислая. Уже не первый раз покупаю. Сейчас уже она стала 150 динар за килограмм. Вообще отличная цена. И вот это вот все. Вот это вот все. Все. Сейчас вам покажу. Вот это все. Ну-ка. Сейчас мы поправим. Смотрите, какой улов. Вот такой большой улов на 800 динар. Ну, примерно это 800 рублей. Там, может быть, чуть-чуть поменьше, 750. Ну что, как вы скажете, это много или мало? Обязательно напишите цены в вашем регионе. Все, пойдем с Арсюшей расставлять это все по холодильникам. Посмотрите, как обидно. Мы все промокли, пока добежали, пока что. Дождик прекратился. Вон там ребята наши работают. И дождя не грамма. Мы вчера гуляли, кстати, на набережной. Я вам что-то видео чуть-чуть поснимала. Полноценного видео не получается. Я к вам сейчас сюда прикреплю. Посмотрите, как у нас там красиво. Ух ты! Игрушки уже скоро будут. Цветочки. Так что давайте посмотрим на нашу набережную. У нас очень красиво. Пойду я обратно домой. Готовлю. Всего. Вот такую вам красоту показала. Ух, красота-то какая. Лепота. Вышли погулять. Ладно, идите, он будет орать. Ой, как хорошо, прям купаться охота. Вот это вдалеке кафе, мы его обожаем, вагон называется. Сейчас на улице все сидят. Смотрите, какая река. И набережная. И мы топаем, гуляем по набережной.